Провокации, о которых предупреждали мэр Ярославля и представители разных партий, произошли. Вчера вечером на Советской площади трое москвичей в белых футболках раздавали деньги участникам митинга. Их на видео сняла главный редактор «Эхо Москвы» в Ярославле Людмила Шабуева. Потом она настояла, чтобы провокаторов отвели в отдел полиции центральный. В Ярославле это не первый случай. Весной прошлого года во время последних выборов мэра также предлагали 200 рублей тем, кто проголосует за Якова Якушева. Очевидно, Ярославль стал площадкой, на которой применяют грязные приемы за политтехнологи. В нашем городе недавно высадился их большой десант. Мы находились на митинге. Я пришла туда по работе исключительно. И в какой-то момент я увидела трех одинаковых молодых людей в белых футболках. Все трое были в синих кепках и в шортах. Вот у этих молодых людей были списки, то есть листочки, скрепленные в папке. Периодически к ним подходили или какие-то люди разные, пожилые люди среднего возраста, и им отстегивали деньги. То есть прямо отсчитывали, я видела это своими глазами, 200-300 рублей. А я, увидев это, подошла, поинтересовалась, потому что я журналист, мне было интересно, почему, зачем вы отдаете эти деньги, и они мне, естественно, отказались ответить, после чего я... Подбежал какой-то молодой человек, и папка у одного из них упала. Я увидела там списки, фамилии людей, номера телефонов. После чего я подошла к сотруднику полиции, который рядом стоял, и попросила, чтобы этих молодых людей допросили. 20 минут где-то к нам никто не подходил, пока я уже не подошла и не спросила фамилию сотрудника полиции, который отказывался что-либо делать. Потом, после этих 20 минут, подъехала машина, забрали их, забрали нас. С Настей мы приехали сюда, в Кировский РУВД, написали заявление по данному факту о том, что передавались деньги. Просим выяснить, для чего, с какой целью составлялись списки. Вот. И видели еще одну такую сцену, когда у молодых людей при нас стали проверять паспорта. Оказалось, что все они из Москвы, у всех у них московские прописки. И один из сотрудников полиции, взяв, кто-то ему позвонил, подошел и спросил: «Вы Мишин, Юдин и Романенко?» Они сказали «да». И тогда сотрудник полиции сказал: «Да, хорошо, сейчас мы проверим, через 5 минут их отпустим».